Ну вот, это, конечно, не тот же Махал отель, но он хороший, очень даже хороший. Немножко скользко. Ой, какая красота. Вот там вид у них хороший на ресепшене. И комната здесь стоит $100 вместе с налогом. 5500 плюс 20% налога. Good morning. Наверное, надо там, где получше вид. На Софу нет или туда? С хорошим видом. Выбирайте. Да, в общем, мы сами как бы должны себе помогать и выбирать. Чикен. Вареные яйца. Тайский омлет по-тайски. Вегетарианские сэндвичи. Картошка, пури. Там что вот это вот? Это поха. Вегетарианская. Бред пакода. Пакора. Гриль томата. Каша. Милк. Ласси. Масала ласси. Личи. Джус. Корнфлекс. Cold milk. Холодное молоко. Cold milk. Да, cold milk. Это с проростками салат. И они жарят яйца. Если захочешь, там сама можешь заказать жареные яйца. Ну, давайте начнем. Не знаю, с чего начать. Это яйца. Да. Ой, какие красивые, веселенькие. Yes, Oda. No, they not eat eggs. I don't eat eggs. No? Хотя у них и нет глаз. У меня просто... Ну, потом расскажу. Так, ну ладно, я сейчас наберу, потом покажу, что я набрала. Так. Хвастайтесь уловом. Кто что набрал. В общем, заклеймите нас позором, но очень хочется попробовать все, если предложено. Thank you very much. Поэтому все, кроме так, из того, что я запомнила, это пури, лепешки такие воздушные, это бред пакора, то есть хлеб в кляре. Это поха, да, называется? Поха. Это что-то с картошечкой, очень такое, супер индийским запахом. Это салатик с проростками из маша и вегетарианские. Сэндвичи, да. Ну, вообще, у меня то же самое, только вместо кашки я взяла корнфлекс. Вот, ну что, приятного аппетита. Enjoy. Bon appetit, да, enjoy. А вид, девочки, неужели вы не будете селфиться? Вы же говорили, вы фотографируете свою еду. Да. Да. Как вам может нефотканная еда лезть в рот? Есть же такая новая поговорка. Нефотканная еда в рот не лезет. Я прямо не могу. Да что же это? Мы забираем. Давайте мне, я вас пофоткаю. И вы нас щелкните, пришлите потом, ладно? На свой, чтобы я не доставала. Так. Сейчас надо вот это вот. Да. Пока не покусано это. Сделать кадр. А вот бы как-то сделать кадр вот на фоне вот этого всего. Хочешь, я тебе тарелку подержу? С тарелкой? Ну вот так вот, смотри, вот как-то вот так вот. Вот она так? Что-то фотографирует? Видно? Так, свет немножко. А ты сделай вспышку. Так. Нет, из-за того, что освещение оттуда. Ну тогда садись, я тебя сейчас буду фотографировать. Убери вот эту синюю сумку, она мне мешает композиции. Composition? Да, composition breaking. Давай.
У меня это профессиональная деформация. Я не могу есть нормально, пока я не щелкну всех. Ну, так, ну чуть-чуть вилки. Сейчас. Давайте, we will try. Ага. Он хочет так сделать, чтобы без освещения со спины. Thank you very much. Ага. Вот это все я должна съесть от жадности ква-ква. Папа, смайл. Какой молодец. Thank you very much. Давай, заценивай. Надо как-то вот теперь поднять это все. А то и икра не лезет в горло, и компот. Только вы говорит, лучше выглядеть. Давай, ешь, говорит. Да, ага. Не знаешь, за что хвататься. Мне еще и яйца принесли. Не пойдем за булками, джемом, маслом? Девочки, ну, падение так падение уже. Да. Позориться? Так до конца. Не останавливайтесь на полпути. Пойдем дальше позориться. Все равно скажут, что опять ням-ням, и куда уже это лезет. И другое, кренделюшек тоже. Саша сказал, что они готовят прямо здесь в отеле. Хорошие отели готовят в отелях. Я Хани... А нет, вот, наверное, вот джем возьму. А масло у них есть? Масло вот оно. А, так в таком виде нет. Ладно, в таком виде не надо. От масла-то я отказалась, наверное. Нет, не отказалась. Сучка. Это вы виноваты. Да. Умеете вы уговаривать? Я тоже возьму булочку для себя. Ой, и вот эту штучку. Угу, кексик попробовать. Я, наверное, вот. Джем, Хани? С медом. Хорошо, пошли дальше. Продолжим. Зато, как Саши говорит, ну, Дина, потом мы не будем ужинать в честь, нет, в честь такого разврата. После такого завтрака у нас нет обеда. Мы проустаем обед. Да. У нас не очень получилось, затемнилось, он хочет попробовать. Дайте прожили. No flash. Как ему сделать со вспышкой-то? Он хочет, чтобы на нас была вспышечка. Там. Посмотри. Там где-то. Я все-таки вот, считаю, что более молодые, более прогрессивные. Да, иди. Это не факт. Это что такое? Да, темновато получается. Нет, I don't know. Щелкай, как только могу. А вида-то не видно? Не видно вида? Мама, you're handy. Еще? Как скажется. Мы да, очень вот послушные. Так, вот так глазки, когда мы делаем, это все замечательно. Не моргаем. Как же не моргаем? Глазки. Так и же не дышим. Эффект не выходит. Не моргаем и не дышим. Покажется? Так, а... Как же? А ты вместе? Выставку своих чудесных собак покажешь потом счастливых. Да. Как она у тебя называется? Выставка счастливых собак Дарамсалы? Нет, я как написала. Счастливые собаки Дарамсалы в лицах. А, в лицах. Ну, это пост у меня такой. А в скобках в мордах. Это в Инстаграме, да? Да, в Инстаграме. Да вы талантливая. А эта женщина мне сказала, что я как-то, как она говорила... О, Саши. Талантливая. Умная. Высокий интеллект. Что у меня высокий интеллект. Да, хорошо. Да вообще прелестно, прелестно, прелестно. И так, и сяк, и наперекосяк. А так теперь официанты все равно без дела стоят. Может, мы их туда... Чтоб все были. Они же ведь не отказываются помогать страждущим. Саши, ты придешь сюда? Да, к нам поближе. Мы такие беспокойное хозяйство, клиенты мы беспокойные. Да. Вы только, главное, потом у Саши требуйте эти фото, ибо. А, это ваш, теперь, ага, теперь на его телефон. Назад.
Thank you very much. Хотя, конечно, стол значительно обеднел, да, можно так сказать. Дизайн попорчен. Одни булки скрашивают. Так, ну... Ой, ну прекрасно, прекрасно. Так. Вы нам тоже потом скинете, да? Нормально? Да, нормально. Смотрите, даже подбородков да, не так много, нет. Да, почти нет. Острова для меня. Вот. Острова, да, я тоже не смогла доесть вот эту покору, она тоже... очень острая. Картошка была вроде бы островатая, но в пуре это вообще. Ловлю дзен. Как, поймали? Не могу, мне ребенок мешать. Можешь отнять у него бутылку? Личи, ай, ну, личи. А чем он там мой дзен нарушает? Какая-то штука похожая на биту. Ой, точно личи, девчонки, пробовали? Пробовали, но сейчас еще готовы. Вот точно-точно личи. Да. И все-таки не удержалась, попросила я меда, чтобы мне Саша принес. Вот эти две булки будут намазаны медом. Ну, наконец-то я выше этих вершин. Я всегда их снимаю снизу, как над ними летают орлы. И мне так было интересно посмотреть, как это выглядит макушка этой сосны или кто это. Не знаете, кто это? По... Это не коршун, я про сосну. А, про сосну. Как она называется? Как это дерево называется, у которого нет макушечки? Возможно, лиственница. Надо сказать, окей, Google. Окей, Google. Как называется дерево без макушечки? О, какая замечательная камера. Да, я как взрослая, я как настоящий оператор, как большая снимаю. А я приступаю к следующей сейчас, части Барнизонского балета. Сейчас, она с приближением, и я сейчас приближу твое падение окончательное. Что ты там набрал? Мне еще падать и падать. Падать и падать, да. Есть а куда я падать. На земле на пузе лежу. Я вообще с дна стучусь. Вот так вот. Вы думали, это дно, а кто-то постучал. Это я со своими булками. Ой, какой красивый джемчик. Я уже пробила дно и вышла в открытый космос по части ням-ням, но ничего. Я себя прощаю, я себя люблю. Ой, ой, а вы там... Да, с булочкой хочу. I sent you also. Send to me also. Девочки, обязательно спаситесь от горячего солнышка. Вот я 2 года назад я там обгорела реально в Нурбулинке, поэтому я знаю это все, я прихватила. Машитесь. Мешок на голову. Вот. Ага. Нет, вообще я в таких местах обычно ношу кепки обязательно, бейсболки. Но как бы к нынешнему моему наряду бейсболка не Ты готова клеит. Обгореть? Ты готова пожертвовать кожей? Нет, я квадратным намазала. Метром кожи? Я намазала здесь прямо за столом. Да, теперь ждем реакцию зрителей. Что они скажут по этому поводу? Ничего не скажут, я думаю. Я только нос намазала. Ну, умажься полностью. Ты же белокожая. А вот там вот в переднем этом... Еще раз. Смотрите, как много уже людей пришло, потому что они завтракают позже. Сейчас, наверное, 9:00. Крем. Take крем. Попытка номер 2. She want to put for all face. Thank you. Приятный цвет дизайна, такой серенький и с молочным сочетается. Давай, call такси. Вечером у них, наверное, даже люди... Не только чай, кофе. Смотри, у них есть там барная стоечка. Very good. Сейчас он позвонит таксисту. Так, я в туалет. Давайте немножко поснимаем интерьеров. Так, как у вас там такая музыка? Та-та-та-та, да? Я такая со слоном. Я со слоном? Да. Оба в желтом. Слон золотой.
Красота. Смотрите, какой. Ну, в общем, наверное. Какой-то бокс. Какой-то бокс. Darling, what is it suggestion box? В общем, я, наверное, и прочитала это неправильно. Шивочка. Ну, они такое ощущение, что они еще не доделаны, да. Тут ремонт как бы идет, да? Строится. Они и живут уже. Мы уже спрашивали у них. Как я, говорит, открою? А зачем тебе открывать? Ты же не дома. Он говорит, я думала, это конфетки. Мало, не наелись мы. И вот такая красота. Отпустите меня в Гималаи. Вы, как это, декорация картинки. Отпустите меня в Гималаи. Вот так вот. Наш Кришна. Здесь же Кришна, вот он, да? В котором мы жили, обучились. Ну вот, наверное, это один из самых высоко посаженных отелей. Наверное, он выше всех. Жили, да? Нет. Нет, не рассказывали. Короче говоря, у нас каждый вечер мы слышали, и утро, с 5 часов начиная, мы слышали мусульманские молитвы. И ничего понять не могли. Такое ощущение, как будто даже не через стенку, а через фанерную стенку. И одна ночь, вторая ночь, третья ночь, последнюю ночь. Мы ложимся спать, и я вдруг вижу, из-за тумбочки прикроватной слабый-слабый свет пробивается. Марина заходит, я говорю, Марина, смотри, там, по-моему, какая-то дырочка. Вот такая вот маленькая дырочка. Отодвинули эту тумбочку, смотрим, а там, оказывается, молельная комната для мусульман. Мы, оказывается, прямо при мусульманском храме. Жили. Как вам везет, все конфессии там, да, побывали, и да, тут побывали. Все в коврах, человек 30 молящихся. Нам было и неудобно, и любопытно, и в то же время. Ну где нам, когда покажут, как это все происходит? И мы то одна глазом приложим. Как это покажут? Они так рвались вам показать, что просто... То есть там розетка была, розетка не вставленная, маленькая дырочка. Все, мы нас позвали. Мы до сих пор вспоминаем этот момент и говорим, Господи, ну надо ж, как нам повезло. Yes. Люди заезжают большими коллективами. Ага, девочки, я сяду спереди, потому что мне надо снимать, хорошо? Марина, давай посередине, Марина. Самого мелкого в серединку. Ну, в общем... Хороший отель рекомендуем, хороший ресторанчик позавтракать. Хороший ресторанчик, это отрезка, я бы даже сказала. Да, да. Ну, это можно заменить сразу и обед, и ужин одним завтраком таким поздним. Мы так и делаем. Мы потом позже обедаем. Потом только 4 становимся голодными. Да. Мы всегда плотно завтракаем. А там уже вечером чаечку. Так, пристегиваться-то надо или нет? Как здесь? Нет, но я имею в виду вот спереди сидящим. Я-то ведь смотрю на водителя, что он, то и я. Что-то водитель не спешит пристегиваться. Вообще совершенно, да, не нервничает. Ну что, в путь в Норбулинку. Мы собираемся в Норбулинку. Норбулинка – это летняя резиденция Далай-ламы, которая построена по подобию резиденции Далай-ламы летней в Лхасе. И там институт разных ремесел, искусств, там, чтобы сохранять вот эти тибетские ремесла, чтобы сохранять тибетский язык. Вот, они... поддерживают этот институт. Там Далай-лама не живет, там просто вот институт ремесел, можно так сказать. Угу. Там очень красиво, да. Да, здесь... Все, мы в пробке. Марин, ну покажи пока свой инстаграм и свои фоточки, покрути мне тут. Пока мы едем, все равно... А,
Чего? Интернета же нету. А, он тебе, он и помнит этот наш пароль, он тебе введет его. Так, надо интернет. Wi-Fi, да? Поделимся Wi-Fi. А вы со всеми Wi-Fi делитесь Wi-Fi? Да, возьми. Угощайся. Ну, это вообще вот прям райская жизнь. Все включено. Все включено. Для бодхисат. Ой, нам еще до бодхисат пилить и пилить, если честно. Для будущих бодхисат. Пани ботала, пани. Ой, дарин, also пани ботал, бай, плиз. А, фуас, ага, он для нас покупает. Видите, девочки, любой желудь — это микросхема дуба. Любой человек — будущий бодхисаттва, если он захочет быть. Умничаю. Давайте. Девочки сказали, что жили еще где-то здесь, в отеле. Все исследовали. И пробовать надо везде, конечно. Интересно везде. Вот в этом, да? Вот это вот? 610 всего? А это сколько лет назад-то? Мы только приехали первый день сюда, вот в этот приезд. В этот раз, да? Да, да. Мы же снимали там... А я думала, это дорогие отели, они такие приличненькие. Мы такие. Сами не ожидали. Опять да, же. Очень большая комната будет, там и шкафов много, и телевизор, и все что угодно было. Да что да, ты? За 610. Через букинг мы это тоже... Но только это у нас получилось. Смотрите, какие снежные вершины. Посмотрите, прямо снежные и приснежные. Но вы их видели из своего отеля. Это только у нас получилось первый день за 2500 отель найти. А это потому, что много людей приехало, да. И мы оформляли через букинг буквально где-то недели за 3-4, наверное, даже. Вот эти отели Кришна, потом, который в Баксу у нас был. И вот этот вот уже позже, но проплатить сразу пришлось. А-а-а. То есть там в Казахстане мы проплачиваем. Ой, блондинка идет. Блондинка, но у нас мест нету уже захватить блондинку. Я еду и вдруг говорю, там же еще был арбуз и банан. Я себе этого не прощу. А он говорит, как ты можешь думать о еде, ты столько съела. Мы, говорит, едем, еле дышим. Нет, ну арбуз. Я себе не прощу. Арбуз, я просто захотела пить и вспомнила. Арбуз-то... Было бы неплохо. Это святое дело вообще. Да. Что ж я так? В другой раз сразу к себе арбузы подтащу, все сразу подтащу. Somewhere it's minus here. It's snow minus, here. Yeah, it's a mountain. How yeah. much? I think minus 2-3. No, know? It's not... Но это он думает. Он, видишь, он ведь здесь тоже не бывал. Я его прошу, чтобы он спросил у водителя. Водитель местный. I always see they have snow. А он просто свои идеи сейчас высказывает. Я думаю, что минус 2, говорит, минус 3. Где-то до минус 5 точно. But наверное. Here there's no heating in the room. Yes. Even minus 2 is too much for horses. Еще одна собака вон лежит счастливая. No heating. Это городок Драмсала в 8 километрах от Маклюдганш. Маклюдганш — это верхняя Драмсала. Выше. А мы сейчас чуть ниже спустились.
Да, на такси лучше в Нарбулинку, лучше на такси. Мы ездили и на автобусе, но там надо два раза менять автобус, значит, до Драмсала доехать, потом высоко-высоко надо по лесенке подниматься на другую остановку автобусную, пересаживаться на автобус, ехать до Нарбулинки. Там недолго, там 20 км, но надо ехать все-таки. Сэр, мне 300 рублей адванс деньги. Вчера были слева. Вот здесь вы были? А там же кинотеатр. Мы туда ходим в кино вообще. Так, Мариночка купила платье. Почем? Расскажи. Вот это 2,5. Брык упала. Ну, very beautiful. Very beautiful, да. Если бы был моего... She bought this dress 2,500. Very nice dress. I tell, I brick упала. It's like silver, silver. Как серебро, говорит. Хорошее хотя бы качество. Одно такое же должно платье быть. Должно. И на то есть сари с натурального шелка должно быть. Она не мне обошлась, ты можешь... она 2 купила. А? I like this. This you can use all life. Yeah. Go to men bazaar. Так, 73 рупии, что ли, стоит? You want room for 700 rupees? I know very good hotel in men bazaar. 73 рупии литр. Девчонки, посмотрите, жакарандовое дерево фиолетовое, какие белые вершины. Ой. Везде вот эти вот фиолетовые жакарандовые деревья, вот они. Вот оно, огромное жакарандовое дерево. Мне пока что даже не надо доставать большую камеру. Я думаю, все видно. Very beautiful. Я так понимаю, май, вот оно цветет, все утопает весной. Наверное, не круглый год жакарандовое дерево цветет, не знаю. Ой, а эти такие... Не налюбуюсь. Да, видите, я обожаю. Бугенвилле? Мы обещали Стадион. Вот он сказал, что вот там стадион, смотрите, вон видите, там эти фары какие-то. Как он называется? What name of this stadium? Name, нам? Стадион, Киркиз стадион был. Международный какой-то. Да, какой-то большой, какой-то международный. Может быть, мы даже подъедем и увидим поближе. Как интересно ехать мимо домов местных жителей, обычных домов. Не туристический центр какой-то, а вот посмотреть, как живут тибетские местные жители. Спросили в магазине, берут ли они доллары. Они сказали нет. А мы спрашиваем, где ближайший обменник. Они говорят, в Маклеодганджи. Можете себе представить? То есть они говорят, что якобы здесь, в Дарамсале, нету обменников. Вот, в общем, возможно такое. На всякий случай, дорогие путешественники, примите во внимание и такой вариант развития событий. Чтобы была наличка. А банкомат-то есть? Ну, у меня карточки с собой не было. Чтобы наличка была немножко с собой. Да. Нас немножко не хватило, но в принципе хватило, можно сказать. Немножко не хватило, но в принципе хватило. Нам сколько не дай, нам немножко не хватит. Ну, в принципе, хватит. Хорошее название для серии. Все время же придумываешь, как же назвать очередную серию, их же так много. Когда через 2 часа очухались, не поняли, что, в общем, когда осознали, сколько стоила та самая дупота, на которую мы положили глаз, некоторые нам денег не хватило, налички не хватило. Мы обрадовались, честно скажем. Но они нам предложили, она позвонила шефу, он разрешил продать за доллары, но плюс 10 сверх процентов. Я такая, не-не-не,
туда не надо. Мне даже страшно представить, что там цена была у Дупаты. У меня кроме 300 рупий, у меня нет в голове цен на Дупаты. Ну, поэтому мы и ушли, рано. 1300. 1300, мама дорогая. Это хорошо, что вам немножко не хватило. При том, что к тому зеленому костюму, в котором я вчера была, Дупата у меня за 200 рупий. Вот такие мы девочки непредсказуемые. Хорошо, что не хватило денег. Когда проходит, да, шопинговое опьянение, ты понимаешь, что все к лучшему. Надо держать себя в руках. Я иногда себе говорю, вот мы с сестрой так, со своим желанием надо переспать. Если на что-то очень-очень-очень запало, то надо пойти поспать. На следующий день, если еще есть это желание, то уже идти и покупать. Да, я так же и делаю. Но тут, в общем-то, когда я увидела, как на ней суд эти сидят, не собирались не спать ничего, мы поняли, что надо брать. Мы выбрали самых два красивых, но там еще один третий остался, который просто размерчик немножко, да, тянуло в плечах, но он был очень красивый. А то бы мы ушли еще и с тремя, мы бы тогда согласились, наверное, на 10% дисконта. Тоже логично и по-женски. Ну, когда еще? Если вы приехали на 2 недели, я тоже... Вот в этом случае я говорю, не откладывайте. Если у вас всего 2 недели, берите, покупайте. Потом себе не простите. В общем, я как флюгер. И то советую, и это в течение 5 минут. Ну, для разных категорий лиц. Лошадка. Лошадки. Везет же местным, какой вид у них тут у всех. О, да. Ой, вот представляете, вот в таком домике с розами, с видом на такие горы, ну это вообще. Даже бывало, и похвалили нашу комнату. Да. Даже захотели прямо. Немножечко бы пожить в таком отеле, я бы согласилась. Главное, энергетика. Да, вот там чувствуется такая благостная энергетика. Там достаточно шумно, дорога вот эта. И местные наши рано начинают шуметь, да? Там то кастрюлями какими-то греметь, то ведрами. Целый день занятия идут через стенку, получается. То на английском слышим речь, то на французском. Ну теперь у меня беруши, я ничего не боюсь. Угу. Да. Нас спасает опыт бывал. Беруши в Индии – это вещь number one, необходимая. У меня несколько пар беруш всегда со мной путешествуют. Еще одна жакаранда. Ой, а за ней еще одна. Жакарандовая аллея. Я такое видела только в интернете, в фотографиях. Чтобы прямо сразу много. Кого вы там называете? Кого вы там уже названником? Я думала этих собачек. А как вы его назвали? Ринпоче. Ринпоче просветления, потому что он неожиданно просветлел. Бурбой. Богатая женщина и бедный парень. Ну что ты за бедный парень-то, говорит? Не прибедняйся, бурбой. Весь такой. Представляете, как в мою деревню приехал такой пурбой в этих, в перстнях, волосы там до плеч, на эти джапамалы. Вообще потрясающие, да, места. Beautiful. Упор бота телегаса. Упор вверх. Ничего вниз. Ничего вниз.
And right and left how? Right is Daya. Daya? Baya. Baya. Upper niche Daya Baya.